Как там сельсовет, Владимир Иванович? Так же нельзя, да? Ну, нет. Дай сигарет. На, Веста закури. Как раз тут одна еще есть. Чего ты в районе сходишь? Не работаем. Да то не хуй, блядь. Я с 5 утра, блядь, до 7, блядь, вечера, блядь, скакал как конь, нахуй, по полю, блядь. Коров пас, блядь. Чуть не видно, блядь. А, блядь, не видно. Что ты скакал, блядь. Зато, блядь, по спине, блядь, видать. Вон, сутки, блядь, все, заставила идти покупать, блядь. Как конь, блядь, с 5 утра, блядь, нахуй, до 7 вечера. На ты, блядь, кто есть? Не конь, что ли? Чувак. Я могу, блядь, отобиться, блядь, развернуться, блядь, так кое-что сделать, блядь. А я тоже могу. Ты не смотри, что я такой, блядь. Ну, еще надо. Ага. А у тебя тук-тук-тук будет. А то, блядь... Серега быкует, да? А ему не нравится, когда так. Хотя его обидно, он ничего не говоришь. Владимир Иванович, что делать будем? Денег дам. Давал же уже. Что опять так надо? Так же нельзя. Нельзя. Что надо? 100 рублей дай. А что, зачем? Молоко возьму. Молоко это святое. Тебе легче с устаточку после работы немножечко. Ну да. Малышку? Маленькую. Нахрен, я большой не хочу. Сбавляешь? Уже сбавил. Иду, а уже, блин, малышка даже это с трудом уже начинает. Все, уже не входит, да? Да. О, как на чаек, на кофеек и перейдешь. Так же нельзя? Наверное. Дай 100 рублей. Да сейчас дам, Владимир Иванович. Олег, есть 100 рублей, я тебе отдам потом. Есть стольник? Значит, ты на колодцах сейчас все, постоянка, да, у тебя? Да, без выходных. Денщина что, пятак выходит? Нет, пятак не выходит. Трешка, да? Треха выходит? Три-две? Ну, бывает, когда три, когда две, когда вообще ничего. Так. 100 рублей, да, Иванович, я тебе отдам. Нет налички с собой. Все. Пойду молока возьму. Давай, а мы тут по кофе пока. А тебе же Владимир Иванович сегодня рублей 200 или 300 давал человек. Ты мороженое брал. Раз 5-6 заходил из кофе. Так же нельзя, да? Ну. Завтра что, тоже рано на работу? Да, работать святое. А что дома сидеть, блин? Надо как-то... Чего-то где-то я зарабатывать. Ну тем более, да, колодцы здесь неплохое место. За лето можно наколымить нормально. Вон я дома потихонечку, вот что себе отложил. Откладываешь потихонечку? Да, я отвожу, я их не трачу. И отвожу немаленькую сумму. Ну вот со всех колымов, какие есть. Чтоб долгов не было. Это отвожу и на черный день. Сейчас вдруг что-нибудь, какая-нибудь поездка там или куда шел. Они у меня были. Я же не буду за чужой счет, блин, как-то питаться чем-то. Это тоже как-то надо что-то сложиться. Это. Все правильно. Долги гаси все. За салют и все, поотдавай потихонечку. Вот. Частями хотя бы, да. Сейчас этому. А то предъявляет, начинает. Сереге отдам, блин. Уже меньше, он уже свой закроет немножко, пока на какое-то время. И не бери в долг ничего, так найдешь, Олег. Заработаешь, откладываешь, у своих займешь. Долги не влази.
Приходится потом и пахать и отдавать. Свои, это свои, блин. А видишь, свои может не всегда дать даже. Вот такие вот пердаки. Здорово. А тут приходится моим. Как хочешь, так и выкручивается. Канализацию когда будете копать? Вот, собираюсь. Пока вы на. Ты сам или с отцом как выходить? Нет. С Саньком, наверное. Мы втроем будем. Батя будем... пусть полегче еще делает. Ну, это понятно. А вам с Сашкой копать? Это мы его вырыем. Это не проблема. Главное, чтобы материал был весь. Чтобы потом одним разом уходом. Ну вот тебе ваша команда и поможет воду провести. Скважину пробьете. Там станцию поставите. И вперед. И станцию надо брать такую, чтобы... И толчок, да, и ванна, все, чтобы все было как станцию надо. Станцию такую надо брать, чтобы и на улицу выход, и вода шла. Естественно. И как бы на полив. Конечно. А этот качок, он никогда не помешает. Качок, он пусть стоит у вас, да, отдельно. Качок пусть стоит, Олег. Это запасной вариант. Серый, ну ты погнал? Ну да. Ну давай. Чё это забыл?